От каждого из нас, кто здесь присутствует, кто пришел сюда, зависит очень-очень многое. Мы не имеем права говорить, что это не наши полномочия, или это от нас не зависит. Мы должны брать, начинать себя и делать. Делать, работать, трудиться. И мы город будем развивать дальше. Мы будем делать город круглогодичным курортом. Мы будем создавать события. Мы будем делать точки притяжения. Мы будем создавать и давать предложения, на которые, я уверен, и мы уже сейчас видим, есть спрос. Ой, да, конечно, процветание. Чтобы у них у всех было все замечательно. Достойная работа, достойная зарплата, а город наш, конечно, расцветал, был все красивее. Я сама являюсь жителем города-курорта Геленджика, этим горжусь, а пожелать мира, добра, любви и быть солнечными, как этот наш любимый город. Ну, счастья, тепла, уюта, хорошей погоды на все лето. Побольше гостей, чтобы приезжало. Добра, радости, мира, счастья, в общем, здоровья, всех благ, всего самого доброго.